Сегодня день годовщины установки божеств. Сколько лет уже? 19. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Reading from Bhagavad Gita, chapter 12, text number 5. Klesho dikatarastesham, avyakta sakta chetasam, avyakta sakta chetasam, avyakta hi gatir dukam, avyakta hi gatir dukam, dehavad viravapyate, klesho dikatarastesham, klesho dikatarastesham, avyakta sakta chetasam, avyakta sakta chetasam, avyakta hi gatir dukam, avyakta hi gatir dukam, dehavad viravapyate, dehavad viravapyate, klesho dikatarastesham, klesho dikatarastesham, avyakta sakta chetasam, avyakta sakta chetasam, avyakta hi gatir dukam, avyakta hi gatir dukam, dehavad viravapyate, dehavad viravapyate, klesho dikatarastesham, klesho dikatarastesham, avyakta sakta chetasam, avyakta sakta chetasam, avyakta hi gatir dukam, avyakta hi gatir dukam, dehavadbhir avapyate, dehavadbhir avapyate, клеша, затруднение, атхикатара, величайшее, клешам, их, авьякта, на непроявленном, асакта, сосредоточен, четасам, тех, ум которых, авьякта, непроявленный, безусловно, гати, продвижение, дукам, трудно, деха вапхи, воплощенными, авапьяте, достигается. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Комментарий о Божественной милости Ачхевактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Трансценденталистов, стремящихся к познанию непостижимого, непроявленного, безличного аспекта Верховного Господа, называют гьяна-йогами. А тех, кто всегда осознает Кришну и занимается преданным служением Господу, именуют бхакти-йогами. В данном стихе ясно показана разница между гьяна-йогой и бхакти-йогой. Хотя гьяна-йога в конце концов приводит человека к той же цели, что и бхакти-йога, путь этот очень сложен и тернист, тогда как путь бхакти-йоги, непосредственного служения Верховной Личности Бога, значительно легче и естественнее для воплощенной души. Обусловленная душа находится в материальном теле с незапамятных времен, и ей очень трудно понять, даже теоретически, свое отличие от тела. Вот почему бхакти-йоги поклоняются божеству, образу Кришны.
тем самым используя телесные представления о жизни, которые прочно запечатлены в нашем уме. Разумеется, поклонение Верховной Личности Бога в образе установленного в храме божества не имеет ничего общего с идолопоклонством. В Ведах говорится о двух формах поклонения – сагуни и ниргуни. Это значит, что Всевышнему можно поклоняться в форме, обладающей доступными восприятию качествами и не обладающей ими. Поклонение божеству в храме относится к категории сагуны, потому что изображение Господа создано из материи. Однако образ Господа, воплощенный в камне, дереве или красках, которые являются материальными, сам материальным не является. Такова абсолютная природа Верховного Господа. В связи с этим можно привести одно, может быть, несколько грубое сравнение. Если опустить письмо в любой из почтовых ящиков, развешанных на улицах, оно без труда найдет своего адресата. Однако, какой-нибудь другой ящик, пусть даже похожий на почтовый, но не установленный почтовым отделением, не годится для этой цели. Аналогичным образом, арча Виграха, божество, установленное в храмах, это освященный образ Бога, который представляет его в этом мире. Арча Виграха является воплощением Верховного Господа. Господь предстает перед нами в этом образе, чтобы принимать служение. Господь всемогущ, поэтому, воплощаясь в образе арчи Виграхи, Он принимает служение преданных, чтобы обусловленным душам было легче поклоняться Ему. Итак, для преданных не составляет никакого труда обратиться прямо ко Всевышнему. Но для тех, кто пытается постичь безличный абсолют, путь духовного самопознания весьма нелегок. Чтобы постичь непроявленный аспект Всевышнего, им приходится изучать такие ведические произведения, как Упанишады. Они должны учить язык этих писаний, анализировать тончайшие ощущения и в совершенстве овладеть всем этим. Для обыкновенного человека это очень трудно. Но тот, кто занимается преданным служением под руководством истинного духовного учителя, просто каждый день поклоняясь Божеству, слушая рассказы о величии Господа и питаясь остатками предложенной ему пищи, без труда развивает в себе сознание Кришны и постигает Верховную Личность Бога. Имперсоналисты, идя своим путем, вне всяких сомнений, преодолевают ненужные трудности и препятствия, рискуя при этом в конце концов так и не постичь абсолютную истину. Однако те, кто поклоняется личностному аспекту Бога, идут к Господу прямым путем, ничем не рискуя, не испытывая никаких беспокойств и трудностей. Аналогичное утверждение содержится в Шримад-Бхагаватам. Там говорится, что человек, в конце концов, все равно должен предаться Верховной Личности Бога. Это и называют бхакти. Но если он вместо этого пытается разобраться в том, что есть брахман и что не есть брахман, и тратит на это всю свою жизнь, он в результате не получает ничего, кроме трудностей. Вот почему в данном стихе Кришна не рекомендует столь сложный путь, ибо избрав его, человек не может быть уверен в конечном результате. Живое существо вечно остается индивидуальной душой, и тот, кто хочет слиться с духовным целым, может осознать такие аспекты своей изначальной природы, как вечность и знание, но ему не удастся познать аспект блаженства. Получив милость преданного, трансценденталист, достигший высот гьяна-йоги, может в какой-то момент начать заниматься бхакти-йогой, преданным служением Господу. Но многолетние поиски безличного абсолюта и в этом случае станут помехой для него, так как ему будет трудно отказаться от идеи имперсонализма. Таким образом, постижение непроявленного всегда является для воплощенной души источником трудностей, и на стадии практики, и на стадии совершенства. Каждое живое существо наделено некоторой независимостью, и нужно уяснить, что попытки постичь непроявленное противны самой природе живого существа, духовного и исполненного блаженством. Человеку не следует вставать на этот путь. Самым лучшим методом духовного самопознания для каждого является метод сознания Кришны,
ведущий к полному погружению в преданное служение. Но тот, кто отвергает преданное служение, рискует превратиться в атеиста. Таким образом, как следует из данного стиха, людям не стоит сосредотачивать свое внимание на познании непроявленного и непостижимого, недоступного восприятию чувств. Этот принцип справедлив всегда, и особенно в наш век. Господь Кришна не рекомендует людям вступать на этот путь. Ом агьянатмирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитаньена тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам яйна бутале свайам рупакадамайам тадати свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Ята Пада Камалам Шри Гурум Вайшнавамсча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагнатам Витам Там Саджейвам Садвайтам Савадутам Паричана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакха Нитамсча Хе Кришна Карна Синду Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостате Тапта Канчана Горанги Радхе Вриндаванишвари Vrishabhanu stute devi pranamami hari priye Vancha kaupata rubhyashya kriva sindhu bhayevasha Patitanam bhavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гаур Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе At the end of chapter 6, Lord Krishna concluded His description of the yoga ladder. В конце шестой главы Господь Кришна подводит заключение своему описанию лестницы йоги. He described that of all yoga practices, the topmost yoga practice is to be engaged in the service of Lord Krishna and thinking of Him. Он описывает, что из всех видов йоги наивысшим является йога преданного служения Кришне. So therefore, chapter 7 and 8, Lord Krishna goes on to describe the beginning phases of devotional service. И поэтому в седьмой и восьмых главах он продолжает, описывая начальные стадии преданного служения. He describes how different kinds of people come to Krishna consciousness for different reasons. Он описывает то, как разные люди приходят к сознанию Кришны по разным причинам. They're not pure devotees, but they've come to Krishna because they're pious people. Они не являются чистыми преданными, но они приходят к Кришне, поскольку они благочестивы. Then in chapter 9, Lord Krishna goes on to explain the most confidential knowledge. В 9 главе Кришна продолжает, описывая самое сокровенное знание. There is confidential knowledge, more confidential knowledge, and the most confidential knowledge. Есть сокровенное знание, более сокровенное знание и самое сокровенное знание. Confidential knowledge can be described as simply knowing that we're not the body. Most people don't even know that. Сокровенным знанием является знание о том, что мы не являемся этим материальным телом, и большинство людей не обладают даже этим уровнем знания. An ordinary person simply thinks of himself as being this body, and he has no understanding of the soul, the eternal spiritual particle within him. Большинство людей, они не понимают, что мы не являемся этим телом, но являемся духовными частичками, вечными, пребывающими в этих телах. So this is confidential knowledge, and this knowledge is given in the second chapter.
Это сокровенное знание, оно раскрывается во второй главе Бхагавад-гиты. Then Lord Krishna goes on to give more confidential knowledge revealed in chapter 7 and chapter 8. Затем Кришна описывает более сокровенное знание, раскрытое в 7 и 8 главах. He describes how if we can remember Lord Krishna at the end of the life, then we can attain him. Он говорит там, что если человек может помнить о Кришне в момент своей смерти, то он может достичь его. Lord Krishna describes that the living entity is an eternal part of him. Господь Кришна описывает, что живое существо это вечная его частичка. And now in chapter 9 he goes on to give the most confidential knowledge. И в 9 главе Кришна описывает самое сокровенное знание. Describing the loving relationship, reciprocation which takes place between Krishna and his devotees. Описывающие любовные взаимоотношения, ответные чувства друг к другу Кришны и его преданным. Sometimes it's also explained that confidential knowledge is knowledge of Brahman, more confidential knowledge is knowledge of Paramatma, and the most confidential knowledge is knowledge of Bhagavan. Иногда описывают это и следующим образом. Сокровенным знанием считается знание о Брамане, более сокровенным знанием считается понимание Параматмы и самым сокровенным знанием знание о Бхагаване, личности Бога. So chapter 9 is the heart of the Bhagavad Gita, comes right in the middle of the 18 chapters, and it's described as the most confidential knowledge. Итак, 9 глава считается сердцем всей Бхагавад Гиты, она находится прямо посередине 18 этих ее глав, поэтому считается самым сокровенным знанием. Then in chapter 10, Arjuna wants to know how he can think of Krishna in ordinary affairs of ordinary in this material world, how he could see Krishna's presence in all the different phenomena. И в 10 главе Арджуна вопрошает Кришну, как он может постоянно помнить о нем, видеть его, даже пребывая здесь, в этом материальном мире, в окружении многочисленных материальных проявлений. So then Lord Krishna describes in chapter 10 his opulences, what is known as Vibhuti Yoga. Поэтому в 10 главе Кришна описывает свои достояния, известные как Vibhuti Yoga. How Krishna is present as the sound in ether, the light of the sun and the moon, the syllable Om and Vedic mantra. Там Кришна описывает всевозможные проявления, такие как звук в эфире, талант человека, свет солнца, луны, слог Ом в ведических мантрах. He said, of beasts I am the lion. Of immovable things I am the Himalayas. Of mountains I am Meru. And Krishna goes on to list many different ways in which he is present in the phenomena of the world. Так Кришна дает свой большой список своих проявлений в этом материальном мире. But then he says, what need is there, Arjuna, for all of this knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire creation. И затем он говорит, заканчивая эту главу, какой смысл во всем этом знании, Арджуна? Ведь всего лишь крошечной частичкой своей энергии я пронизываю весь этот материальный мир, поддерживаю. And then leads to chapter 11, where Arjuna requests Lord Krishna to show the universal form. И мы приходим к 11 главе, где Арджуна просит Кришну показать ему свою вселенскую форму. And there are two reasons given why Arjuna requested to see this form. Две причины есть для того, чтобы Арджуне увидеть эту форму. One reason was to establish the divinity of Lord Krishna. Одна из них это установить божественность Господа Кришны. And another reason was to make a challenge to ordinary people who claim to be God. А вторая это бросить вызов всем тем людям, которые провозглашают себя Богом или его воплощениями. So Lord Krishna reveals his universal form and his form of time, how he destroys everything through time. Господь Кришна явил свою вселенскую форму, а также форму времени, в которой он разрушает все в этом мире. And after seeing all of these things, then that brings us to chapter 12, where Arjuna asks a question in the beginning of the 12th chapter. И после всего этого мы подходим к 12 главе,
в начале которой Арджуна задает вопрос Кришне. He wants to know Krishna's opinion about who's better, the one who worships his personal form or those who are meditating on the unmanifested, impersonal feature of the Absolute. Вопрос Арджуны следующий. Кто же лучше, Кришна, тот, кто поклоняется твоей личностной форме, или тот, кто поклоняется безличному, непроявленному твоему аспекту? And in answer to this question, Lord Krishna speaks a verse which we read. И в ответ на это Кришна произнес стих, который мы только что прочитали. He said, those who are meditating on the unmanifested, the impersonal feature of the Absolute, they will make progress very slowly, with great difficulty. И вот здесь Кришна говорит, что тот, кто медитирует на непроявленный, безличный аспект Абсолюта, его прогресс будет очень-очень медленным. And Krishna confirms, without any doubt, very clearly, Krishna confirms that those who are engaged directly in worshipping me are considered much better. И потом прямо он говорит четко, что тот, кто поклоняется мне непосредственно, он считается лучшим. By worshipping the Lord directly, they can quickly come to the supreme destination. Прямо поклоняясь Верховному Господу, человек быстро приходит к высшему назначению. And so this is an important verse because it's a verse which we can use to show the supremacy of bhakti yoga. Это важный стих, потому что он показывает превосходство бхакти йоги. That many people are attracted to the impersonal path. Поскольку многие люди привлечены безличным путем. But they do not realize the difficulties which they take on by following such a path. Путем имперсонализма, но они не знают порой о трудностях, которые подстерегают их на этом пути. Following the impersonal path is what is known as the path of jnana yoga, cultivation of knowledge. Следование этим путем обычно называют jnana йогой или культивированием знания. And Lord Krishna has already described earlier that the path of cultivating knowledge will take many, many lifetimes to come to perfection. Но до этого Кришна уже описал, что культивирование знания может занять множество жизней, прежде чем мы достигнем в этом совершенства. The goal of knowledge is to surrender to Krishna. Цель знания – предаться Кришне. Бахунам гьянманаманти васадева сарвамити самахатма садурлава. Бахунам гьянманаманти Gyanavammam prapajyanti vasadev sarvamiti samahatma sutulava. After many births and deaths, one who is actually in knowledge surrenders to Krishna, Vasudev, knowing he is everything. Such a soul is very rare. После множества рождений и смертей, тот, кто действительно пребывает в знании, предается мне, но редко встречается такая великая душа. So the path of cultivating knowledge is compared to the ascending path. Итак, путь культивирования знания считается восходящим путем. Knowledge can come to us in two ways. One is by cultivating ourselves by our own personal endeavor, and the other is knowledge can come down to us, can be given to us. Знание можно получить двумя способами. Один из них – это когда мы сами его накапливаем по крохам, культивируем его. А второй – это когда нам его просто дают, оно к нам нисходит. So the ascending process involves a lot of trouble, a lot of hardship, and often there's fall down. И вот этот восходящий путь познания, он подразумевает множество усилий, множество трудностей и часто приводит к падению все равно. We were saying it takes many, many lifetimes to come to a perfect stage. И также говорится, что это требует множества жизней, прежде чем на этом пути достигается совершенство. And in Srimad Bhagavatam, 10th canto, Lord Brahma also describes that often their knowledge is not yet fully pure. That one may think his knowledge is pure, but there's still some material contamination. И в 10-й песне Шримад Бхагаватам Господь Брахма также об этом говорит, что на этом пути человек думает, что он чист, но на самом деле его знание по-прежнему не чисто, в нем есть доля материального осквернения.
And although they renounce the world materially, they are often forced again to come back and take up some material activities. И хотя они иногда отрекаются от мира и даже освобождаются на какое-то время от его влияния, затем они снова падают и начинают заниматься вновь материальной деятельностью. Therefore, Lord Krishna is explaining to Arjuna and to all of us the difficulties in this path of cultivating knowledge by meditating on the impersonal, unmanifest. Поэтому Арджуна, Кришна через Арджуну предупреждает всех нас о тех трудностях, которые поджидают нас на пути культивирования знания ради постижения безличного аспекта Абсолюта. But as an alternative to cultivating this knowledge and the difficulties which you incur in the path, the alternative is to take up bhakti yoga. Но есть позитивная альтернатива этому трудному пути. Это бхакти йога. Бхакти йога begins with hearing and chanting, которая начинается со слушания и воспевания, and leads us also into worshiping the Lord. И ведет к нас также к поклонению Господу. The worship of the deity, just as we have on this altar, we have the forms of the Lord. So the worship of the deity is very important in the path of Bhakti Yoga. Также Бхакти Йога приводит нас неизбежно к поклонению божествам, которые вот здесь у нас находятся на алтаре. Это часть Бхакти Йоги. Because the Lord appears in the material form, but these material forms are spiritualized because they're the Lord Himself. Хотя это Господь является в этой материальной форме, казалось бы, но в действительности она полностью одухотворена, поскольку она не отлична от самого Господа. So people often wonder how God could be in a statue. Часто люди недоумевают, как же Господь может стать вот такой статуэткой. But we point out to them that God is everywhere. Но мы в ответ на это говорим, Господь же повсюду. Everything is His energy. Все является Его энергиями. All that we see in this world is the creation of God. Все, что мы видим в этом мире, сотворено Господом. And therefore God is also in the temple. Поэтому Господь также, естественно, и в храме находится. And He appears in His actual form, in the form of the deities which are worshipped on the altar. И Он проявляется в своей истинной форме, в форме божества, которые поклоняются на алтаре. And this is very important for us because it makes it very easy for us to conceive of the Supreme Absolute as a person. И это очень важно для нас, поскольку таким образом мы можем воспринимать Абсолют как уже как личность. Now people may object, they may say, is God a person? Но кто-то может возразить, неужели вы думаете, что Господь это личность? They may say, I thought God is light, I thought He was energy. Я думал, что Господь это свет или энергия. He's everything. Но Он является всем. He's everything both within our experience and beyond our experience. Он является всем, и тем, что входит в наш опыт, и тем, что за него выходит. We cannot limit him to heat or light. Мы не можем ограничить его просто светом или теплом. We are a person. If he is not a person, then we are something greater than him. Мы же личности, и если он безличен, значит мы уже в этом превосходим его. It is ridiculous for us to deny that God cannot be a person. Поэтому для нас является как бы неприемлемым отрицать наличие у него личностной природы. And in order to remind us that He is a person, we have the form of the deity. И чтобы напоминать нам, что Господь это личность, вот существует форма божества. And by worshipping the deity, we cultivate a personal relationship with the absolute truth. Поклоняясь божеству, мы культивируем личностные отношения с абсолютной истиной. Now we may say, well, if He's a person, can He speak? Can He walk? Can he see? Ну, мы можем тогда спросить, ну, если Господь это личность, а может ли Он говорить, или ходить, или видеть? Yes, the deity can do all of these things. Да, божества могут делать все эти вещи. He has a body, which is, it appears material, but it's spiritualized. У него есть тело, которое кажется нам материальным, но оно
одухотворено. And the deity can see, he can hear, he can talk. Божество может видеть, слышать, разговаривать. But he does not talk to everyone. Но не с каждым. He talks to those who are qualified to speak to him. С квалифицированными для этого разговора. Just like if somebody is a big man in the city, if he's the mayor, he doesn't just speak to everyone. He will meet only certain people who have some intimate connection with him. Например, большие люди какие-то значимые, предположим, мэр этого города, он со всеми каждым не будет разговаривать, только с избранными людьми, близкими к нему. In the same way, the deity is particular about who he reveals himself to. То же самое Господь очень избирателен в отношении к тому, кому он себя раскрывает. If we look at the form of the Lord with material vision, we will think it is simply a statue. Если мы вот смотрим на него как на материальную форму, на какую-то статуэтку, мы вот так о нем думаем. It is made of the deity is made of material elements. Мы думаем, это вот сделано из материальных элементов. The deities here are made of brass. Из бронзы, допустим, здесь. Some other deities are made of marble. Some are made of wood. Некоторые из мрамора, некоторые из дерева. Sometimes the deity is also made from paint and jewels. Иногда их рисуют божества, иногда из драгоценных камней делают. These are all material elements, but they're spiritualized by the worship of the devotees. Все это материальные элементы, но тем не менее они одухотворяются благодаря тому, что им поклоняются преданные. Krishna is everywhere, and he can appear where his pure devotees invite him. Кришна повсюду, и он может явиться там, в любом месте, там, где чистый преданный приглашает его здесь. So there are many temples around the world where sometimes the deity will speak, the deity will have different pastimes. А есть множество храмов повсюду в мире, где божества начинают говорить с преданными, являть какие-то свои игры. There is one deity which was famous as the thief who stole the sweet rice. Есть известное божество, известное как воришка сладкого риса. When the priest was offering pots of sweet rice one day, one pot of sweet rice disappeared. Однажды священник на алтаре предлагал горшочки божествам со сладким рисом, и один из этих горшочков исчез. The deity had taken it. Это божество его. And that night the priest who was worshipping the deity had a dream, and in his dream he was told that the Lord Krishna appeared in his dream and told him he had saved this pot of sweet rice. И этой же ночью этот же самый священник спал, и божество пришло к нему во сне и сказало, что это я украл этот горшочек с рисом. And the Lord Krishna told that priest to come and take that pot of sweet rice and give it to one of his pure devotees. И дальше Кришна сказал этому священнику, возьми, приди, у меня этот горшочек, и отнеси одному из моему чистому преданному. And there's another famous pastime in relation to a deity where the deity walked. He walked many miles to become a witness for his devotee. А есть другая известная история про то, как божество прошло очень длинный путь от Вриндавана до Пури, то есть много сотен километров, чтобы быть свидетелем в одной истории, связанной с его чистым преданным. So there are many different pastimes in relation to the deities. In our own ISKCON temples, there are many pastimes in relation to Lord Nrisingadev and Mayapur and Lord Jagannath also. В ИСККОНе у нас тоже, в нашем обществе, есть также случаи того, как божества общаются с преданными, являются им, какие-то игры проявляют. Такие, в частности, вот Господь Нарисимхадев в Майяпуре и божества там же, Джаганатхи в Майяпуре. So the worship of the deities is a form, is a prescribed method by which all of us can make spiritual advancement. Итак, поклонение божествам – это предписанный метод, благодаря которому каждый из нас может духовно расти. Srila Prabhupada explains, simply by offering obeisances before the form of the Lord, we can make advancement. Prabhupada
объясняет, что просто кланяясь перед Господом, мы можем духовно прогрессировать. By offering arti and by performing kirtan before the deity, we make advancement. Также проводя церемонию арати и воспевая киртан перед божествами, также мы прогрессируем. But we don't only just worship the deity. We also have to hear the Krishna conscious knowledge. Но помимо поклонения божествам, мы еще также должны слушать знания, раскрывающие нам науку сознания Кришны. There are many temples, but so often we see temples, they have a deity, but they don't have discussions, they don't have classes or lectures on the knowledge of Krishna consciousness. Бывают такие храмы, где есть божества, но там нет лекций, на которых бы проходило обсуждение философии сознания Кришны. They just simply worship the deity. Они просто поклоняются божествам. But in all the ISKCON centers, it's very essential and it's a unique characteristic of ISKCON that in all the temples there's always discussions and talks given on the philosophy of Krishna consciousness. Но отличительной чертой храмов ISKCON является то, что там всегда проходят лекции, обсуждающие философию сознания Кришны. Because it's important for everyone to hear and to be reminded that Krishna is there as a deity in the deity form, and he's a person. Поскольку это очень важно, чтобы преданные регулярно слушали и напоминали себе о том, что Господь находится здесь как божество, это сам Верховный Господь. The scriptures describe that if one looks at the deity and thinks of the deity as being a statue, then that person is a resident in hell. Писания говорят о том, что если человек смотрит на божество и думает, что это просто статуэтка, то это видение присуще обитателю ада. We have to learn how to worship the deity. Нам нужно учиться тому, как поклоняться божествам. It's actually encouraged that we come to let Krishna see us, not that we come to see Krishna, but we come to let Krishna see us. Самое правильное понимание начальное, когда мы приходим перед божествами, предстаем, не нужно думать, что я пришел посмотреть на Кришну. Наоборот, нужно думать, что это Кришна смотрит на нас. Rather than thinking I want to see the deity, we should think I want the deity to see me. Вместо того, чтобы думать, хочу посмотреть на божества, нужно думать, хочу, чтобы Кришна на меня посмотрел. It's more important to be seen than for us to see. Для нас более важно, чтобы нас видели, а не чтобы мы видели. There was a story about one blind man. He was asking his friend, can you take me to go and see the temple? I want to see the deities. Есть история про одного слепого человека, который попросил своего друга. He just said, can you take me to the temple? He didn't say, I want to see the deities. Он сказал, можешь меня отвезти в храм? But his friend said, but you're blind, you won't see. Но ему друг сказал, ну ты же слепой, ты же все равно ничего не увидишь там. He said, I won't see, but Krishna will see me. Да, я ничего не вижу, но Кришна меня увидит. That's important. Вот что важно. So Bhakti, Prabhupada's own spiritual master always spoke about the importance of being seen rather than for us to see. Духовный учитель Шрила Прабхупады постоянно подчеркивал этот момент, что важно, чтобы нас видели, а не так, чтобы мы смотрели. Krishna is a deity, we said, he can talk, he can walk, he also sees. He sees who's coming before him, he sees who is approaching him. И как мы уже сказали, Кришна в форме божества, он может говорить, ходить, и также он может видеть прекрасно, кто к нему пришел. So we have to learn how to properly offer service and worship to the deity. И так нам нужно учиться, как правильно оказывать служение Кришне, поклоняться ему. And this is often encouraged for people who are living some distance away from the temple. They can't come regularly to the temple, so they are encouraged to have some deity to do some worship in their own home. И людей, которые не могут регулярно посещать храм, вдохновляют завести у себя самих дома алтарь и там поклоняться в форме божеств. It is very nice for grihastas couples
living at home, that they also have a deity there. They have an altar and they have the worship of the form of the Lord and they worship there. Замечательно, когда у семейных пар дома находятся божества и они там им поклоняются. It's particularly recommended for householders, for married people, because often in married life we think of ourselves as being the proprietor, as being the enjoyer. But when we put the deity in our home, then we understand that Krishna is the proprietor, Krishna is the enjoyer, and we are his servant. Это особенно рекомендуется семейным людям, поскольку у них есть тенденция думать так, что я наслаждаюсь жизнью, и я собственник всего, что меня окружает. Но когда они устанавливают в доме божество, они начинают понимать, что истинный наслаждающийся и владелец всего – это Кришна. Now there are many different forms of the Lord, which the Lord appears in his different incarnations. And different people are attracted to different forms. Есть разные формы, которые отражают всевозможные воплощения Кришны, его инкарнации. И разные люди могут иметь склонности к таким разным формам. But we recommend anybody who is actually qualified to worship the deity, they're encouraged to worship Gornitai, because they are very merciful. Но независимо от этого, всем, кто имеет склонность вообще поклоняться божествам, мы рекомендуем поклоняться божествам Горнитай, которые чрезвычайно милостивы. So these two lords have appeared here. Вот эти два господа, они явились здесь. They've appeared in two forms. В двух формах. We have two sets of Gornitai deities. Здесь два как бы набора божеств. Nitai Sachinandana, Nitai Gorachandra. So they've come twice. То есть они дважды приходили, Нитай Сачинандана и Нитай Горачандра. They like Хабаровск so much. Они очень любят Хабаровск. They have come here twice. Они два раза сюда пришли. Yes. So they're described as being very, very merciful. Их описывают Горнитай как очень-очень милостивых. Prabhupada said, we can worship them simply by kirtan. И Прабхупада говорил, что им можно поклоняться просто благодаря совершение киртан. We have a nice kirtan devotees here. Вот у нас здесь замечательный кирт. There's always good kirtan going on here in Хабаровск. Всегда хороший киртан в Хабаровске. It's very pleasing to the deities. Это очень приятно божествам. We perform that kirtan for their pleasure. Мы для их удовольствия совершаем киртан. And we also try to speak on these scriptures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam for the pleasure of the deity. И аналогично этому, для их же удовольствия мы пытаемся читать из Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиты. Therefore, householders who are keeping a deity, they should also speak on the scriptures in their home. Также и домохозяева, у которых есть божества, дома также должны говорить на темы этих писаний. And they should also have kirtan in their home. И также проводить у себя дома киртаны. Often we find people keep a deity and they just simply think the deity is there to offer the food to. Часто люди, мы видим, что люди просто божеств держат дома и используют их только для того, чтобы предлагать им пищу. Yeah, the only time we go to the altar is when we cook something, we want to offer it to Krishna, so we put something on the altar and then say, now it's prasadam. То есть часто очень только для того, чтобы то, что мы приготовили, предложить Кришне, мы появляемся возле алтаря и какое-то время там пища поставила, теперь мы думаем, это прасадам. This is very poor worship of the deity. Это очень бедное поклонение божеству. The deity is worshipped, especially Gornitai especially take pleasure in the chanting of the holy names. Gornitai в особенности получает удовольствие от воспевания святых имен. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda also, when they were manifest in this world, they were also very fond of hearing Srimad Bhagavatam and discussing scriptures. И вот когда Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда проявлялись в этом мире, они мы видим на истории их жизни, как они очень любили слушать Шримад Бхагаватам и писания другие. So we perform the worship of the deity, but all of these different activities. Итак, через вот эту всевозможную деятельность мы совершаем таким образом поклонение божествам.
Now, certainly we encourage people to preach. Preaching Krishna consciousness is very important. А также мы вдохновляем людей проповедовать, поскольку проповедь сознания Кришны очень важна. But if we just simply preach and don't do deity worship, then we become slack in our regulation and in our cleanliness. Но если мы только проповедуем, то мы немножко уже начинаем у нас страдает чистота и урегулированность нашей жизни. Actually, the deity should be worshipped by people who are cultivating the brahminical qualities. В действительности, поклонение божествам прежде всего предназначено для тех людей, кто культивирует в себе брахманические качества. And it's especially important for the brahman to be in the mode of goodness, which requires cleanliness and punctuality. А для брахмана в особенности необходимо пребывать в гуне благости, которая характеризуется прежде всего чистотой и пунктуальностью. So with the deities here, you will see there's a regular program for the worship of the deity. Итак, поэтому видим здесь для поклонения божествам существует регулярная программа, пунктуальная. Every morning there's a Mangal Arti, then there is the dressing of the change of the dress, and then there is the worship again. Каждое утро совершается Мангала Арати, затем меняется одежда, затем снова происходит поклонение. Then in the evening again there's Arti. Опять вечером Арти. And of course there's also offerings of foodstuffs made. И естественно поднесение пищи. There is kirtans, there are classes. Киртаны проходят, лекции. And all these activities go on every day. И вся эта деятельность совершается каждый божий день. It's unusual to think we'll do something every day without a stop. Usually if you have a store, there's a day, one day a week it closes. Это очень может быть необычно для материального сознания, потому что обычно даже если что-то регулярно работает, например, магазин, все равно у него хотя бы выходные есть. Maybe in the winter time it closes. А зимой иногда вообще закрыто может что-то быть. But this worship of the deity goes on every day without fail. Но поклонение божествам совершается каждый день без перерыва. And there has to be also the celebration of different festivals. А также должны быть празднования различных каких событий. Just like this month will be Krishna's Janmashtami, which is a very big festival. Например, в этом месяце нас поджидает Кришна Джанмаштами, очень большой праздник. And so these festivals all have to be celebrated for the pleasure of the deity. И обязательно для удовлетворения божеств такие праздники должны праздноваться. We try to arrange a new dress for the deity on such occasions. В такие дни мы должны стараться новые одежды божествам поднести. And we also make more opulent offerings in the forms of fruit and flowers. Более богатые должны быть и подношения в форме цветов, фруктов. All of these activities are done for the pleasure of the deity. Все это делается для удовлетворения божеств. And the more we're thinking how to please the deity, how to serve the deity, the more we're becoming absorbed in thought of Krishna. И чем больше мы так думаем, как удовлетворить Кришну, тем больше мы поглощены мыслями о Кришне. The goal of life is to think of Krishna, to remember Krishna. А это и есть цель жизни, всегда думать о Кришне и помнить о нем. Not just only think of him, but to think of him with love and devotion. И не просто думать о нем, а думать о нем с любовью и преданностью. And that love and devotion is conveyed through service, by giving service to Krishna. И эта любовь и преданность пробуждается благодаря служению. And the deity is that vehicle for receiving the service. И божество это как бы средство, через которое Кришна принимает наше служение. Prabhupada in the purport of the Bhagavad Gita gives the example about the post box. Здесь Прабхупада дает в этом комментарии пример почтового ящика. When the mailbox is authorized, then the worker will come and collect the mail and it will be delivered to the person who the mail is addressed to. Когда этот ящик установлен авторитетной почтовой службой, то вот рабочий, который собирает эти все письма,
Он приносит их и их доставляет адресату. In the same way, when the deity is authorized, then the worship which is offered to it will be delivered, it will be given to Krishna himself. То же самое, когда божество авторитетно установлено, то все служение, которое мы ему оказываем, оно направляет, его получает Кришна. But Krishna is actually present there in the deity. Вот таким образом Кришна присутствует здесь в форме божества. And the more we are strict in the regulation and the offering, the punctuality and cleanliness, the more Krishna is present. И Кришна присутствует тем более ярко, чем больше мы пунктуальны и чисты в своем поклонении. So the devotees here keeping the worship to a nice standard. Преданные здесь поклоняются, хороший стандарт. And we are seeing, and we see the results of their worship. И мы видим результаты их поклонения. And that people become enthusiastic and happy in Krishna consciousness. Люди испытывают энтузиазм и счастье, пребывая в сознании Кришны. People make progress. They become more devoted to Krishna. А люди совершают прогресс, они становятся все более преданными Кришне. So these deities have been worshipped now in Khabarovsk for 19 years. И вот божествам здесь поклоняются в Хабаровске уже 19 лет. And the worship, we hope, will go on. И мы надеемся, что это поклонение будет продолжаться. 100 years, 1,000 years. Сотни, тысячи лет. When the deity comes, then worship should not be stopped. Потому что когда божество приходит, поклонение никогда нельзя уже останавливать. We see in India there are many deities have been worshipped for hundreds and hundreds of years. В Индии мы вот видим, допустим, некоторым божествам уже поклоняются сотни и сотни лет. Some deities even come from previous yugas, thousands of years ago. Некоторые божества даже приходят с предыдущей юги, это значит тысячи лет уже им происходит поклонение. Sometimes deities are discovered in remote parts of the world, far away from India. Некоторых божеств где-то откапывают, находят в удаленных частях мира, далеко от Индии. Previous yugas they have been worshipped. То есть там им поклонялись в предыдущие юги, эпохи. So we want everyone to understand the importance of this worship, and we hope you will always be enthusiastic to take part in the worship. Итак, мы хотим, чтобы вы поняли важность этого поклонения и надеемся, что вы будете с энтузиазмом принимать в нем участие. If you're a wealthy man, you can also build a temple for the deity. Если вы богатый человек, вы можете также построить храм для божества. If you're not so wealthy, then you can use your skill to come and help do to clean the temple or to help in other different services which are done. Если же вы не так богаты, вы можете приходить и использовать все свои способности в служении божеству, то есть мыть храм, еще что-то делать для него. And the more we do service for the deity, service for Krishna, the more we're becoming purified, the more we're becoming qualified to go back to Godhead. И чем больше мы такого служения оказываем, тем больше мы очищаемся и становимся более квалифицированными для возвращения домой к Богу. Okay, any question? Есть ли вопросы? Служение в храме, уборка храма и служение на кухне и все вот по храму, которое служение выполняется, отличается оно от служения напрямую, как бы божествам, то есть пуджа, что-то, все что, напрямую то, что с божествами происходит, есть ли отличие, или это также является поклонением божествам? Да, Абхишеку. Is there any difference between direct worship of Krishna, for example, Abhishek, and Puja, and different other services, for example, cooking, cleaning of the temple, and so on? No. Нет такой разницы, нет. Krishna sees everyone equally. Krishna на всех одинаковыми глазами смотрит. Somebody may be cleaning the temple, and somebody is on the altar doing the arti. Кто-то может убирать храм, а кто-то на алтаре совершать арати. Krishna sees everyone equally. He sees every he knows the mood in which everyone is offering their service. Krishna одинаково на них смотрит, поскольку он прекрасно знает
умонастроение, в котором совершает свое служение преданное. It's not the service which is important, but it is the consciousness in, with which the service is being performed. Важно не само служение внешне, как оно проявляется, а сознание, в котором оно совершается. If one performs arti feeling proud and thinking himself to be better than others, then that is not appreciated by Krishna. Кришна не ценит служение того, кто даже ему совершает арати на алтаре, но при этом гордится этим, что он такой особенный. If one performs the arti and at the same time within his mind is simply thinking of material enjoyment or sense gratification, or performing the arti in a grudging, angry mood, then this is not appreciated by Krishna. Krishna также не ценит то служение арати, когда мы совершаем, но при этом думаем о чувственных наслаждениях, материальных желаниях каких-то, или в гневе пребываем в этот момент. But if somebody cleans the temple in a humble mood, thinking himself as a low servant and that I'm impure, unqualified, but I'm so fortunate I'm allowed to clean the temple for Krishna, then Krishna appreciates that. Но с другой стороны, Кришне очень нравится такое настроение, когда преданный, пускай даже моет храм, но при этом думает, что он такой падший, никудышный, но счастлив просто от того, что ему позволено мыть храм для Кришны. Это Кришне очень нравится. So it's not the service which is important. То есть важно не само служение. But it's the mood of being a devotee, being submissive, humble, surrendered. Но настроение вот того, что я должен быть преданным, покорным, смиренным. There's one deity in also in India that there was one man who was very low birth. Materially he was low born, but he was a great devotee. He was low born because of his low birth, he was not allowed to enter into the temple. Есть история про одного преданного и одно божество. Этот преданный был рожден в очень низкой семье, и поэтому ему не было разрешено входить в храм. So he was looking from outside the temple through some hole in the temple, some hole in the wall, and he could see the back of the deity. И этот преданный в дырку там в стене смотрел на божество и видел спину божества. And so the deity saw the man was lamenting that he could only see the back of the deity. The deity turned around. И божество, понимая то, что вот он скорбит о том, что он видит только божество сзади, оно повернулось к нему. The deity wanted to show his form to that man. Although this man was of low birth and not even able to enter the temple, the deity understood his mood of devotion. То есть божество прекрасно поняло его настроение преданности, его сожаление о том, что из-за своего низкого рождения он не может войти и посмотреть на форму Господа, оно само к нему развернулось. So Krishna reciprocates with that mood of devotion. С таким вот настроением Кришна взаимодействует. He doesn't consider what we're doing, but he considers the mood which we're doing it with. Он не смотрит на то, что мы делаем, а смотрит на то, в каком настроении мы это делаем. Бхагавад, вы сказали, что благочестивые души могут на какое-то время выйти из-под влияния материи и потом опять пасть. Но как такое возможно, мне непонятно. You describe this verse when it's described for some time, this so-called liberated person, we can go out from material world, but later again fall down, engage in material activities. And I cannot understand how is it possible. It is possible because they're not actually properly engaged in activities. Это возможно, поскольку они не должным образом заняты деятельностью. They become attached to the impersonal feature and they don't take up devotional service. Они привязаны к имперсональному
проявлению Кришны и не погружаются в преданное служение. They try to become one with the impersonal and manifested. Они хотят быть слиться воедино с непроявленным, безличным. And they give up all activities. И не занимаются никакой деятельностью. So because they stop all activities, this stopping of all activities is an artificial condition. И когда мы прекращаем любую деятельность, это совершенно искусственное, неестественное состояние. We can stop activities for some time. We find, oh, I'm suffering so much, I have so many problems, so we want to stop everything, stop all activities. But we can't stop for long. After some time, again, we are driven to take up activities. Бывает иногда на время, когда мы очень устаем от чего-то или страдаем от какой-то деятельности, мы хотим отстраниться от всего и просто вот так расслабиться, но это состояние не может продолжаться долго. Через какое-то время мы обязательно опять вовлечемся в какую-то деятельность. You have a holiday and you enjoy the holiday, but after some time you're glad to go back to work. Вот отпуск, все знают состояние. Какое-то время вы наслаждаетесь отпуском, но потом вам даже надоедает отдыхать, вы с удовольствием опять на работу идете. The nature of the soul is to be active. Поскольку природой души является активность, деятельность. But the impersonalists are these people we're speaking about, liberated souls. They've understood they're not the body, but they have not connected themselves in devotional service. И вот эти имперсоналисты, освобожденные личности, о которых мы говорим, они понимают, что они не являются этим телом, но как души они не связываются с Кришной никакой деятельностью. They understand, I'm not the body, I'm a soul. But they do not understand the relationship of the soul with the Supreme. Они понимают, что я не тело, я душа, но они не понимают отношений души с Верховной Душой. Indeed, they often think they have become one with the Supreme. Более того, они иногда думают, что часто думают, что они есть вот эта высшая душа, мы с ней становимся едиными. This is called impure intelligence. Это называется нечистый разум. And therefore they fall back into the material world. Поэтому им приходится вернуться в материальный мир. Because the nature of the soul is to be active, but they do not know what spiritual activities are. Поскольку природа души быть активной, а они не знают, что такое духовная деятельность. They give up material activities, but they do not know what are spiritual activities. Они оставляют материальную деятельность, но при этом не знают, что такое духовная деятельность. But devotees are engaged in spiritual activities. А преданные как раз заняты такой духовной деятельностью. The worship of the deity, the chanting of the holy name, this is all spiritual activities. Поклонение божествам, воспевание святого имени, все это духовная деятельность. But these other people, they stop all activity, they give up activity, they don't know what spiritual activity actually means. А эти люди, представьте, оставляют любого рода деятельность и не знают, что такое духовное деятельность. Therefore, Jai Nittai Sachinandana Nittai Gaurachandra. Therefore, they come back and engage in so-called philanthropic or welfare activities. И поэтому они возвращаются в материальный мир и занимаются так называемой филантропической или какой-то благотворительной деятельностью. They open a school or they open a hospital. Открывать могут школы, больницы. Or they do some work to help the poor. Чем-то еще занимаются, чтобы помогать бедникам, например. These are all mundane welfare activities. Это все мирская благотворительная деятельность. They're pious activities, but they're not spiritual activities. Это благочестивая деятельность, но не духовная. Spiritual activities mean you're actually engaging in relationship to the Supreme Absolute Truth. Духовная деятельность — это когда вы заняты в реальных взаимоотношениях с Верховной Истиной. So only devotees understand what spiritual activities are. Только преданные понимают, что такое духовная деятельность. And we see in the Bhagavad Gita, Arjuna was also having trouble understanding. И мы видим в Бхагавад-гите, даже Арджуна вот трудно было понять.
Krishna was telling him to fight, and Arjuna was thinking, "That's material. I shouldn't do that. I'll get reactions. It's mundane." Кришна вот хотел от него, чтобы Арджуна сражался, а Арджуна возражал, ведь это материально, это же какая-то ужасная материальная деятельность. But Krishna explained, if you do your duty with detachment from the result, я получу реакции за эту деятельность. Но Кришна говорит, нет, это духовно, ты просто будь отречен от результатов этой деятельности. Then there's no reaction. И тогда никаких реакций не получишь. Then you're on the spiritual plan. Ты будешь находиться при этом на духовном уровне. Mm-hmm. Okay. Yeah. Okay. Yes. At the back. Question. Такой вопрос, всегда вы говорите про имперсоналистов. Я как бы имперсоналистов в своей жизни не встречал. Мне покажутся какие-то надуманные враги, потому что встречал там буддистов, встречал там христиан, встречал атеистов. Вот, но имперсоналисты, которые хотят встретиться с Брахманом, мне почему-то кажется, что это не актуально в наше время, может быть, и в нашем обществе. И свои духовные силы должны как-то другое русло, да, направить. Вот, что скажете на это? YouTube so much about impersonalists, but it seems to me that this is not related to us, not important for us, because I can myself meet so many Christians, Buddhists, atheists, but never I meet in my life people who want to absorb themselves in impersonal aspect of Krishna. Maybe it's more suitable for us who will talk about something else and about. Well, if you look closely at these other traditions, you can also find that there's a lot of impersonalism within them. Но если вы немножко поближе рассмотрите все те традиции, которые вы перечислили, христиане, буддисты, то вы увидите, что там значительная доля имперсонализма это как раз и присутствует. Prabhupada says, you just have to scratch the surface, you just have to look a little closely into it, and you'll see there is impersonalism there. Prabhupada говорит, что вы немножко должны потереть, как бы, стереть краску внешнюю, и вы внимательно, если присмотритесь, вы увидите, что там много имперсонализма. In Buddhism, certainly, it's very common there. В буддизме это вообще очень распространено. Buddhists don't think Buddha's God. Буддисты не думают, что Будда это Бог. They're thinking they can all become Buddha. Они думают, что все они могут стать Буддой. Buddha was somebody. He's not God. He's not man. He's Buddha. We can also become Buddha. We'll all become Buddha. Они думают, что Будда это человек, это не Бог, и мы все также можем стать Буддой. This is impersonalism. Вот это классический имперсонализм. The closer you look at these things, often we don't recognize it, but it's there. There's a lot of impersonalism in these other teachings. То есть вот в этих разных учениях мы часто просто не можем распознать этого, но если близко посмотрим, то мы увидим, что там много имперсонализма. People don't have a clear idea what the personal teachings actually are. У людей нет там ясного понимания, что такое на самом деле личностное поклонение. Now, impersonalism is not wrong, but it's not complete. God is both personal and impersonal. При этом мы не говорим, что имперсонализм это что-то неправильное. В Боге есть все, и имперсональное поклонение, имперсональные черты, и персональные. Мы не говорим, что имперсонализм это что-то неправильное, мы просто говорим, что он это не полное представление о Боге. Yeah. The Beatles sang a song about impersonalism. У Beatles вот есть песня о имперсонализме. Yeah, he said, and there's one song. They say, I am you and you are me and we are all together. Something like this. В таком духе. Ты это я это ты, а мы все вообще вместе. This is impersonalism. Это вот имперсонализм. It's very common, very prominent, in fact, everywhere. This idea that we can become God, that we are the enjoyer.
это очень везде пронизывает все вот это, что это понимание, что мы можем стать Богом, стать наслаждающимся. But often we don't recognize it. We're not trained to see it. So I just want you to understand that there is two sides. There's both the impersonal and the personal aspect to God. Но часто в силу того, что мы не обучены, не тренированы в этом, мы не можем распознать этих вещей. Поэтому суть в этом, что нужно видеть как имперсональные вещи и так имперсональные. And this is why it's there in the Bhagavad Gita. Arjuna wanted Krishna to clarify the doubt. Поэтому вот в Бхагавад Гите это есть. Арджуна хочет от Кришны, чтобы он все его сомнения на этот счет развеял. And our own founder Acharya Srila Prabhupada, he described his mission was to preach the message of Lord Chaitanya in the Western world to save it from impersonalism and voidism. И наш основатель Ачарья, наше общество Шрила Прабхупада, он ясно выразил свою миссию в том, чтобы распространять учение Господа Чайтаньи в западных странах, которые целиком заражены, поражены философией имперсонализма и пустоты. So if impersonalism and voidism is so common in the West, I'm sure it's also here, because everything else in the West is here. Я уверен, что здесь полно этого воидизма, философии пустоты и имперсонализма, поскольку это место также принадлежит к Западу, а Запад, он весь пронизан этим. Yes? Значит, если мы статуэтки можем считать за божества и поклоняться им как божества, а можем ли мы людей считать также за божества и поклоняться им? So if we can consider a statue of Krishna like deities, like divine nature, can we consider common man also like divine? Yeah, common man is a tiny part of Krishna. Да, обычный человек — это маленькая частичка Кришны. Just like the drop of water in the ocean. Например, капелька воды и весь океан. So we have the qualities of God, but not in the same quantity. У нас таким же образом есть качество Бога, но не в том же количестве. So we're not God, but we're a tiny part of that Supreme. Мы не Бог, но мы маленькая часть этого Всевышнего. Just like the finger is a part of the body. Например, палец — это часть всего тела. Now, so long as the finger is connected to the body, it's useful. But as soon as the finger is cut off of the body, it's not a pleasant thing. Пока палец присоединен к телу, он очень полезен. Но как только его отрезать от него, это даже такая неприятная вещь будет уже. I had a friend who was he was working as a doctor. One day he had to amputate someone's leg. У меня есть друг, он работает врачом, и он однажды кому-то ампутировал ногу. And he said, as soon as we amputated the leg, we said, oh, disgusting thing, get it out of here. Как только он рассказывает мне, как только мы отрезаем кому-то ногу, тут же она такая отвратительная становится, мы говорим, унесите скорее это все. So long as the leg is connected to the body, it's valuable, it's so essential. Пока нога присоединена к телу, она настолько ценна, важна. But when we're disconnected from the body, it's not useful. Но когда уже ее отделяет от тела, в ней нет никакого проку. In the same way, the living entity, we are like a part, a tiny part of the body. Также и мы, как живые существа, мы маленькие части вот этого тела полного целого. When we're disconnected from the Supreme, then we're not very useful. И когда мы отделяем себя сами от этого верховного, высшего, мы не очень-то полезны. Bhakti yoga is the process of connecting ourselves to the Supreme. И через процесс бхакти йоги мы снова воссоединяемся с этим полным целым. Just like the power station is supplying electricity to this microphone. But the microphone has to be connected to the power station in order to work. Например, электростанция снабжает вот этот микрофон электричеством, чтобы он мог работать.
Но этот микрофон при этом должен быть подсоединен к этой электростанции. If there's a bad connection somewhere, then there will be no amplification of sound. Если будет где-то связь плохая, разъединение будет, то звука никакого не будет. In the same way, a living entity, human beings, man, is not God, but he can do effect. It can be effective in this world when he is connected to God. Точно так же человек, он не Бог, но он может быть очень полезным, эффективным, если он связывается с Богом. And the relationship is that of master and servant. Между ними отношения такие, как такие же, как между слугой и господином. If we are thinking that I'm equal to the master, I'm the same, I'm as good as God, then that creates problems. И если слуга начинает думать, что я такой же великий и могучий, как и господин, то я такой же, как и Бог, если думать человек, то это создает проблему. If everyone thinks they're God, then there's no meaning to being God. Если все думать начнут о себе, что они есть Бог, то уже всякий смысл теряется в том, что вы вообще существование Бога. God means the supreme being. Поскольку Бог означает по определению высшее существо. But if everyone thinks I'm the supreme, но если каждый думает, что я высший, then we've got problems. Проблема. Our position is the servant. Наше положение как раз слуг. So this is the principle of Bhakti Yoga. Это принцип Бхакти Йоги. There is the Supreme Lord and his devotees and service. Так есть Верховный Господь, есть его преданные и есть служение. But on the other hand, on the impersonal and the other aspect, you've got people that are thinking it's all one, it's all the same, we're all one. Но с другой стороны, вот имперсоналисты как думают, что все одно и то же, мы все равны, все едины. А вот вы говорили о том, что чем больше преданностью поклоняется божествам, тем больше Кришна, да, проявляется в них. А какое значение имеет установка божества, церемония установки, если официальная установка? Какое это имеет значение? Ну, в этой связи, что, например, если божества не установлены, но им поклоняются, то Кришна будет проявлен в них. А если они установлены, какое, ну, вот это вот имеет значение? Какой дополнительный плюс в установке? Да, ну, разница значение, вот в чем. Какой дополнительный плюс в установке? Если достаточно просто. Или какой минус в этой установке? Кришна manifests himself according to our devotion. And what is the meaning in this connection in installation of deity? Why we should stop? Because he is reciprocated to our devotion. Why we should install him? Well, it's the means for us to offer our devotion. We can direct our devotion to the deity. For installation? The installation? Installation. Just is talking about the installation. Why do the ceremony of the installation? That installation is the time when the Lord is invited to appear in the deity. Installация, установка божеств – это церемония, когда мы призываем Господа проявиться в этих божествах. There's an official ceremony in which the pure Vaishnavas invite the Lord to descend and to manifest himself into the deity. Это церемония официальная, когда чистые вайшнавы приглашают Господа проявиться в этих божествах. After the deities are made and carved or whatever, then the deities are brought to the temple and then there's an actual ceremony performed to invite the Lord to manifest his presence into the deity. То есть после того, как божества там над ними поработали, мастера их изваяли, потом проводится вот эта церемония официальная, благодаря которой приглашается уже Кришна в эти формы. Now Prabhupada told us, actually, he said that the most important way of inviting the Lord to appear in the deity is through the chanting of his holy names.
И Прабхупада учил нас тому, что самый важный путь вот этого призывания Кришну в божества, это через воспевание святого имени. When they were establishing, when they were opening the temple in Vrindavan, the Krishna Balaram temple, at that time they also invited the local brahmanas to come and perform ceremonies. Когда устанавливали божества в нашем храме Кришна Баларамы во Вриндаване, также были приглашены местные брахманы, чтобы они провели всевозможные церемонии, связанные с этим. But Prabhupada told us, he said, the more important part of the installation was the kirtan performed by the devotees. Но Прабхупада сказал нам, что самой важной составляющей частью этой установки божеств был киртан, который пели. Because it's by the pure chanting of the holy names that the Lord manifests himself. Потому что благодаря чистому воспеванию святого имени Господь проявляет себя. But the rituals, Prabhupada wanted the rituals done because there were many people who didn't have that kind of faith in the holy name and who were attached to these rituals, and Prabhupada just wanted to satisfy them and please them. А ритуалы, на все эти ритуалы Прабхупада согласился только потому, что было множество там людей, которые такой веры в святое имя не имели, но имели веры вот в всевозможные ритуалы, и просто чтобы удовлетворить их, Прабхупада пошел на это. He did not want that they would give any opposition to our temple. Он хотел, чтобы не было никакой оппозиции нашему храму. Therefore, he said, "You bring them, let them do their rituals." Он сказал, хорошо, пускай всех их приведите, пускай проведут свои ритуалы. We'll do our kirtan. А мы будем киртан петь. Yes. Как отличить? Я занимаюсь альтруизмом и духовным служением. How I can distinguish some philanthropic work from devotional service? Well, devotional service is in relation to Krishna, and philanthropic work is in relation to the material body. Предназначение связано с Кришной. А филантропическая деятельность на благо других, она связана с материальными телами. Philanthropic activities are pious. They're generally done for the welfare of the society, the community. Такая всевозможная благочестивая деятельность, она связана с какой-то благотворительной деятельностью в обществе. And devotional service is activities which are directly connected to Krishna. А предназначение это деятельность, которая непосредственно прямо связана с Кришной. No, we do make an effort to try to also do activities in Krishna consciousness which benefit the society. Мы также в нашем обществе сознания Кришны пытаемся совершать какую-то деятельность, которая будет оказывать благотворное влияние на общество. If we are going to distribute food, we will distribute prasadam. Если, например, мы будем раздавать пищу, то мы будем раздавать прасад. We want not only just to feed people, but to feed them spiritual food. To also, we hope we can give them the holy name of Krishna. То есть мы будем не просто кормить людей, но будем им давать духовную пищу. И также в идеале мы бы при этом хотели дать им еще и святое имя. So in this way we try to dovetail the two, by utilizing Krishna conscious elements, we try to use them for the benefit of the society. Таким образом мы стараемся совместить две этих вещи. Через помощь людям всевозможную мы хотим им дать духовное знание. Sometimes we go to schools and give programs for the children and teach them also chanting Hare Krishna and distribute some free literature for them. Иногда мы отправляемся в школу и детей учим повторять Hare Krishna и раздаем им бесплатно какие-то книжки. So these are spiritual activities. Вот это все духовная деятельность. But they appear to be mundane. They appear to be well, philanthropic activity. Которая внешне кажется тоже мирской и филантропической деятельностью. Yeah. Any other questions?
question? Еще есть вопросы? So it means what all what we are doing in the temple, it is not just altruism. It's not altruism? Yeah. Даже если я думаю, что это мой долг, я должна. Должна кому? Even if I think that I'm duty, I'm bound to do this, I should do this, so it's not mundane activities. I understand that if I do something in the temple, this is not just material activities, even if I don't really deeply understand that this is all spiritual. Yes, we may not understand that it's spiritual, but we will get the benefit of doing spiritual activities. Да, вы можете не понимать глубоко, что заняты в храме духовной деятельностью, но благо будете получать за то, что совершаете духовную деятельность. Just like fire, you may not understand fire burns, but if you put your hand in the fire, например, огонь. Вы можете не понимать, что огонь обжигает, но если вы к нему прикоснетесь, вы обожжетесь. So we may not understand exactly what Krishna consciousness is about, how it's spiritual, but if we just take part in the activities, we certainly become purified. Также и вот эта деятельность сознания Кришны мы можем не понимать, что она целиком духовна, но если мы в ней принимаем участие, мы безусловно очищаемся. But if you understand more, then you get even more purification. Но если вы понимаете глубже это, то очищение происходит более интенсивно. The activities which are done without knowledge can also give benefit, but you get greater benefit when you actually understand what you're doing. Поскольку когда деятельность совершается без понимания, без знания, то благо одно, но когда знание добавляется, это благо увеличивается. So that's why we speak, that's why we have these classes. Вот почему мы даем все эти лекции и говорим здесь. We want people to understand what's going on. Мы хотим, чтобы люди поняли вообще, что тут происходит. Yes? Как отличить имперсональную медитацию от шанта-расы? Где эта грань, куда одно может перетекать в другое? И каким образом, находясь на одном пути, не впасть на другой путь? А с шанта-расы на имперсонализм? Да, то есть где грань? Потому что очень тонкая грань. How we can make distinction between шанта-раса and имперсонализм? How to not allow myself to deviate to impersonalism from Shantaras. And how to deviate from impersonalism, deviate into impersonalism from Shantaras. What is the distinction? Distinction. Is between impersonalism and Shantaras. Well, there's not a much distinction. In fact, some acharyas say Shantaras is impersonalism. В действительности нет какой-то большой разницы. Ачарьи некоторые говорят, что Шантараса это есть имперсонализм. So Lord Chaitanya teaches us to be the servant. Ведь Господь Чайтанья учит нас стать слугами. Shantaras means we appreciate the opulence of the Supreme Lord, but we don't do any service. А Шантарас означает мы как бы понимаем богатство, ценим великолепие Господа, но при этом не совершаем никакого служения Ему. So higher than Shantaras is Dasharas. Поэтому выше Шантарасы, Дасирасы, раса служения. In the beginning, one may appreciate the opulence. So we look at the altar, we think, oh, it's very opulent. There's so many flowers, there's so much decoration. We look at the altar, we see the opulence, and we become impressed with the opulence. But the greater devotee will think, how to serve? What can I do to serve? Вначале, вот, например, на таком примере, мы можем смотреть на алтарь и восхититься, о, как замечательно, сколько цветов, сколько украшений, так красиво.
Но выше этого находится такое понимание: о, дай-ка я тоже как-то послужу вот этому всему. So if you want to avoid going into impersonalism and then from impersonalism becoming atheist, the solution is to engage in service. И вот это и есть ответ на ваш вопрос, что чтобы не скатиться от из вот этой шанты такого нейтрального почитания в имперсонализм и потом даже в атеизм, нужно заниматься более активно служением. Impersonalism does, they don't want to do any service. Поскольку имперсоналисты не хотят никакого служения. They think all activities are material. Они думают, что любая деятельность материальна по сути. But the devotee is eager for service. Но преданные очень стремятся к служению. Lord Chaitanya teaches that where our constitutional position is eternally the servant of the Supreme. Господь Чайтанья учит этому, что по своей конституциональной природе мы вечные слуги Верховного. We don't just only appreciate the opulence, but we want to also give service. То есть мало для нас просто оценивать, ценить, восхищаться богатствами Верховного Господа, но нужно оказывать какое-то служение. And that service begins with chanting Hare Krishna mantra. Которое начинается с воспевания Hare Krishna mantra. So you want to avoid impersonalism, chant the holy name of Krishna. Поэтому, если хотите имперсонализма избежать, повторяйте святое имя Кришны. And cultivate the mood of being the servant. И культивируйте настроение слуги. And think, how can I serve? Думаю, как же я могу послужить? Srila Prabhupada taught us the meaning of the Hare Krishna mantra was, O Supreme Lord, please engage me in your service. Именно так нам Прабхупада дает перевод Hare Krishna mantra. О Господь, пожалуйста, займи меня в служении Тебе. So it's nice, somebody appreciates the opulence of God. Now, do some service, take up some service. Замечательно, если человек воспринимает богатство Господа, восхищен ими, теперь нужно идти дальше, оказывать ему какое-то служение. Service means hearing, chanting, remembering, offering prayers. А служение – это слушать о Кришне, прославлять Его, помнить Его. These are some ways in which we can serve. Вот некоторые способы, какими мы можем ему служить. Yes. Я хотел сказать, кто в более выгодном положении перед Господом? Либо материалист, но хорошо воспитан, либо преданный, но не очень хорошо воспитанный человек. А хуй good. Very educated and with good manners, materialist, or devotee who is maybe not educated, not nicely, bad-headed, but he is devotee. Who is better? Well, someone as a devotee may have bad habits, but if he goes on practicing devotional service, it's expected that the bad habits will stop and he'll cultivate the better habits. Ожидается, что даже если преданный не обладает вот хорошим образованием или манерами, и наоборот обладает даже какими-то дурными еще привычками, предполагается, что по мере практики преданного служения он избавится от всего этого. If one is actually a devotee, then they will engage in devotional service. And devotional service helps us to cultivate good qualities. Поскольку если он действительно преданный, это означает, что он будет заниматься преданным служением. А преданное служение поможет развить ему все хорошие качества. For example, a devotee is naturally non-violent. Например, преданный естественным образом не совершает насилие. He doesn't have to try to be non-violent. He's naturally non-violent. Ему не нужно отдельно прилагать усилий к этому, чтобы быть вот таким сторонником ненасилия. He will even hesitate to kill a mosquito. Он даже не хочет даже комара убивать. But one who is not a devotee, he may have good qualities, but he is under the control of the material energy, which is of three natures: goodness, passion, and ignorance. Но непреданные, какими бы замечательными качествами они не обладали, образованностью, они находятся всегда под
влияние материальной природы, которая состоит из трех качеств – страсти, благости и невежества. He may appear to be a good person, he's honest, he doesn't steal, he follows the laws. Он может выглядеть очень хорошим человеком, то есть он честный, не ворует, он подчиняется всем законам. But still sometimes he's influenced by the lower mode of nature, the mode of ignorance. Sometimes he becomes angry. Но тем не менее он вынужден подчиняться гунам природы. Например, он иногда гневается. And sometimes he will engage in sinful activities like intoxication or gambling. Иногда он может заниматься греховной деятельностью, такой как одурманивание себя или какие-то мошенничество, какие-то азартные игры. Meat eating also is another common activity. Также среди материстов распространено мясоедение. And if one is not a devotee, it's difficult for people to avoid these things. И если человек не является преданным, то ему чрезвычайно трудно избегать такой греховной деятельности. And he's constantly influenced by these different things. Постоянно на него они оказывают свое влияние. He may not like it, but he can't do much about it. Ему может это самому и не нравится даже, но он ничего не может поделать с этим. But for a devotee, one who's a devotee, he may have bad habits, bad nature, but gradually he's being corrected, he's being purified. А преданный может тоже иметь такую греховное прошлое, привычки разные, но постепенно, занимаясь преданным служением, он исправляется. He's not a pure devotee, but he's come to a place. This devotional service is something like a clinic or a hospital, and we're all being cured. We're all getting the treatment. We're getting over the disease of material life. Преданным может не быть чистым еще преданным. Но его положение подобно тому, как он попал в больницу, где он постепенно проходит через излечение от своей болезни материализма. We don't say everyone who's a devotee is perfect. Мы не говорим, что любой, кто является преданным, совершенен. We know we have many faults. Мы знаем о своих многочисленных недостатках. But we're doing something about it. Но мы что-то предпринимаем в этом отношении. We're making an attempt to change, to give up the bad habits and to cultivate the good qualities of life. Мы предпринимаем попытки изменить свои дурные привычки и обрести все самое хорошее, позитивное. And that process, that treatment is devotional service. Процесс такого излечения – это преданное служение. But an ordinary person in the material world, they don't have any solution. They don't know how to get out of the influence of sinful activities. Но обычный человек в материальном мире, у него нет никакого решения этой проблемы. Он не знает, как избегать контакта с грехами. They appear to be good, but they have a lot of faults. Он выглядит хорошим, приличным человеком, но в нем множество недостатков. Based on meat eating, intoxication, gambling, and other things. А вот основа этих всех недостатков – это одурманивание себя, мясоедение и все остальное. So, Krishna consciousness movement is establishing the principles of religion. Итак, движение сознания Кришны, оно устанавливает религиозные принципы. The four principles of religion are cleanliness, mercy, austerity, and truthfulness. Эти четыре принципа религии, основы – это милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. These four principles are there in all civilized societies. В любом цивилизованном обществе существуют эти принципы. In fact, every home, in fact, the parents will encourage their children to cultivate these kind of qualities. Более того, в любом доме родители поощряют детей именно эти качества развиваться. So cleanliness is destroyed where there's illicit connection with the opposite sex. Чистота разрушается же незаконными половыми отношениями с противоположным полом. We can keep ourselves clean, of course, by bathing regularly. Конечно, также чистота поддерживается регулярными омовениями. And we have to clean the mind. We clean the mind through the chanting of the holy names of God. И также нужно очищать свой ум
Это происходит благодаря воспеванию святых имен Бога. And that's a regular activity for any devotee. И для любого преданного это постоянная, регулярная деятельность. That every day they spend hours every day chanting the Hare Krishna mantra. Преданные часы буквально каждый день посвящают воспеванию Hare Krishna mantra. Mercy is destroyed where there is taking of non-vegetarian foodstuffs. Милосердие же разрушается там, где принимают невегетарианскую пищу. But one who is a devotee only accepts vegetarian food, which is offered to Krishna. Преданный же принимает только вегетарианскую пищу, да еще и предложенную Кришне. Truthfulness is destroyed by gambling and lying propaganda. Правдивость разрушается благодаря азартным играм и ложной пропаганде. Devotees are taught to be truthful in all their activities. Преданных обучают быть правдивыми во всей их деятельности. We don't hide anything. Мы ничего не должны скрывать от других. Austerity is destroyed by intoxication. А аскетизм разрушается благодаря интоксикациям. There are many kinds of intoxications available. Сейчас мы знаем множество видов дурмана доступно. And many of them are legal. И множество из него совершенно легальны. But devotees don't even take tea or coffee. Но преданные не принимают даже чай и кофе. They don't even drink Coca-Cola. И даже не пьют Coca-Cola. Austerity is also destroyed by pride. А также аскетизм разрушается гордостью. But the devotees cultivate humility. Поэтому преданные культивируют смирение. We get down on the ground and bow to each other. Мы же представьте, падаем вообще на землю и кланяемся друг другу. We bow before the deity. We get down on the ground, offer full obeisances before the deity. Перед божествами мы полный поклон приносим. На землю падаем. These kind of activities help us to cultivate humility. Такая деятельность помогает нам развивать смирение. Somebody is a good person, but if you look closely at him, you'll see there's a lot of faults. Кто-то выглядит хорошим человеком, но если близко к нему присмотреться, вы увидите множество недостатков. And if you look at a devotee, you may see some faults, but if you keep looking, you'll see that actually he's not such a bad person after all. И наоборот, если вы посмотрите на преданного, внешне вы можете увидеть какие-то недостатки в нем, но если еще глубже присмотритесь, вы увидите, что это совсем неплохой человек. He's on the right path. He's doing something to try to correct himself. Он на верном пути и старается делать что-то, чтобы исправиться и дальше. Почему, несмотря на то, что преданный может там по 15, по 20 лет кланяться, и все равно гордость остается. But sometimes devotees already 15 or 20 years down. А может и усиливаться. Krishna, but his pride even grow even more, or at least remain. Well. Krishna will correct it. Krishna подрихтует. In time, you have to be patient. It may take some time, but Krishna has his ways of correcting people. Нужно быть немножко терпеливым, поскольку у Кришны на каждого есть свой план, как его исправить. If somebody is a sincere, genuine devotee, then Krishna is going to do something to correct them. Поскольку если преданный искренний, настоящий преданный, то Кришна обязательно что-то устроит, чтобы его исправить.
Okay, maybe. How's it going? Okay, we'll stop. Yeah. Good. Okay, thank you. Hare Krishna.